Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Микрофинансовую организацию признали банкротом. Арбитражный суд принял такое решение по иску частного лица к компании «Просто деньги». Кировский истец требовал почти 14 миллионов рублей. Более 5 миллионов – это основной долг. Почти 8 рублей – это проценты по займу. Миллион – неустойка. Еще 100 тысяч – проценты за пользование чужими деньгами. В конце июня суд удовлетворил требования и ввел в отношении микрофинансовой организации процедуру наблюдения сроком на 5 месяцев, пишут «Бизнес-новости». Программа «Экономика». Кировчан предупреждают о пене за неуплату налога на доходы. 17 июля истекает срок уплаты за 2016 год. За период декларационной кампании кировчане направили в налоговые органы более 80 тысяч деклараций с общей суммой налога к доплате в бюджет 166 миллионов рублей. Оплатить налог должны те граждане, которые продали в прошлом году имущество, находящееся в собственности менее 3 лет, выиграли в лотерею, те, за кого налоги не платят работодатели, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой. С 18 июля за каждый день просрочки с уплатой будут начисляться пени. 1/300 ставки рефинансирования Центробанка. Экономика. Далее информация от наших партнеров. В современном бизнесе имеют значение любые детали, в том числе деловая и рекламная полиграфическая продукция. Теперь в Кирове можно получить качественную печать и при этом сэкономить, рассказывает руководитель онлайн-проекта кировской цифровой типографии Александр Масунов. Мы решили задачу в комплексе. За счет цифровых технологий минимизировать затраты заказчика. Заказ – это не просто стоимость печати. Это время на согласование макета, время на поездки в типографию за тиражом. Мы убрали все лишнее, сохранив главное. Вы делаете заказ через интернет, мы доставляем его прямо к вам в офис. 100% автоматизация дала уникальные для кировского рынка цены. Звучит просто, но за простотой скрывается гарантия качества печати, понятный сайт, легкость заказа и получения тиража. На сайте кировской цифровой типографии также можно рассчитать предварительную стоимость заказа. Адрес dt-kirov.ru. ООО «Кировская цифровая типография». УГРН 109-434-501-64-68. Юридический адрес 610-20 Киров. Улица Энергетика, 38. Экономика на 101 FM. В завершение курса валют. Доллар сегодня 59 рублей 23 копейки. Курс евро 67.30. Ольга Близина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.